Всем привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Сегодня пойдем искать, как и обещали, новогоднюю коллекцию. К сожалению, она еще не вся поступила, но на этой неделе мы вам покажем на нашем канале, что уже приехало, что уже можно купить. Так как новогодние коллекции всегда приходят ограниченной партии, торопитесь, если какие-то вещи понравились. Коллекция в этом году очень интересная, я думаю, что до распродажи она точно не доживет. Пошлите в отдел посуды. Как я вам говорила, мы новогоднюю коллекцию будем искать, поэтому периодически перемещаемся туда-сюда из отдела в отдел. Надеюсь, голова не закружится у вас. Значит, смотрите, а что у нас есть в отделе посуды, что первое мы нашли? Вот такие вот формы для выпечки, 24 сантиметра. Сейчас найду артикульный номер. Кстати, все эти товары уже представлены на сайте, их можно приобрести. Значит, вот такая вот форма. Вот с такими выступами, то есть все это выпуклое, поэтому при выпечке будет вот такой же рисунок. У нее обратная сторона, вот такая вот хорошенькая красненькая формочка. Объем у нее не указан, только вот такая этикетка. Значит, дальше. Формочки для выпечки, 65 штук, 99 рублей. Есть такие же формочки драмар, но поуже. Вот они. И вот они тут. Бумага у икеевских формочек хорошая. Часто у нас заказывают кондитеры. Говорят, что очень хорошо все это отстает, вполне экономно. То есть 99 рублей за такую большую пачку. Хороший, выгодный ценник. Так, пойдемте дальше искать. Вот такие вот полотенца. Значит, в комплекте две штуки. В этом году коллекция такая классическая, новогодняя, очень именно для российского менталитета. Красные, серые тона. Вот такое вот однотонное красное и такое вот клетчатое полотенце. Сейчас прочитаем этикетку. Что у нас? Здесь у нас 100% хлопок и, в принципе, больше ничего. Размер 50 на 70. Так, и вот такие вот кухонные полотенца. Вот они представлены на выставке. И сейчас посмотрим этикеточку. Тоже 50 на 70. Тоже 100% хлопок. Кто-то отгрыз этикетку. Так, значит, внутренняя сторона такого плана, вот внешняя. Такая интересная красная ткань, но вот на камере она у меня получается однородная. Я думаю, что на мониторе, когда мы смонтируем, вы будете смотреть, будет видно, да, что вот это вот все-таки не такая однородная ткань. Здесь есть вот это вплетение серой ниточки, она как бы такая чуть-чуть ребристая, что ли. Ну, не сильно, кстати, бросается в глаза и более легким кажется. Детский фартук. Вот такой вот фарточек с такими вот ежиком, барсуком. Значит, смотрите, вот здесь регулировка. Вот здесь регулировка. То есть можно, исходя из роста ребенка, ну, где-то порядка на 4 сантиметра увеличить, либо уменьшить. Давайте я сейчас еще поближе на свою камеру покажу. Это рисунок. Причем, смотрите. Рисунок – это хорошая печать краской, то есть это ничего не потрескается, не облезет. Это не принт, который после стирок придет в негодность. Я думаю, такой фартучок проживет долго. Так, теперь взрослый фартук. Красно-бело-точечный называется. Артикульный номер. Нет, слушайте, это взрослый. Наверное, все-таки их два, взрослый и детский. Да, вот взрослый. Значит, вот такой фартук. И вот он сзади.
Как я понимаю, одевается он просто через голову. Два кармашка, что, в принципе, на коробочке изображено. Не знаю, честно, насколько удобен такой вариант. Детский как-то поудобнее. И еще пока нет ценника. Точно такой же детский фартук. Тоже с перекрестиями. Но отстегиваются лямочки. То есть, получается, мы расстегиваем. Оборачиваем ребенка. Слушайте, честно, не особо удобная конструкция. Например, вот мои пищать не будут. Если держать, здесь одеть. Расцветка интересная, но вот техническая задумка лично мне не очень нравится. Вот такой вот фартук. Ценник, повторюсь, я у него не нашла. Не нашла от слова совсем. Сейчас попробую найти. Нет, артикульный номер у него, кстати, есть. Поэтому, кому нужно, найдете на сайте. Я думаю, что он там уже появился. Но если вдруг на сайте не найдете, пишите, мы вам в комментариях тоже узнаем, к этому времени напишем. Так, по текстилю новогоднему, я думаю, все. Давайте я еще на всякий случай. Почему не снимаем новинки? Потому что по новинкам у нас будет один отдельный обзор. Сегодня мы снимаем именно новогоднюю коллекцию. Вот такое вот баночное царство. Это тоже все новогодняя коллекция. Ну, давайте самый первый. Банка с крышкой. 299 рублей, 24 сантиметра. Такая вот банка. Кстати, да, похоже, не похоже, а точно то же самое, что у формы для выпечки. Чтобы открыть, положу свою камеру. Такая вот большущая белая банка. Литраж не указан. Лужёная сталь и покрашена краской. Ну, я считаю, что вполне достойная упаковка для подарка. И потом это можно использовать по назначению. То есть там в декоративных целях что-то хранить. Такая добротная коробочка. Мне нравится, как это сделано. Сейчас я вам покажу более детально. Смотрите, то здесь нет никаких выступов, все аккуратно. Внутри тоже все ровненько. Ой. И, кстати, девчонки, аккуратно, можно без ногтей остаться. Это баночка. Вот шов. А если она еще и в распродажу попадет, вообще шикарно будет. Ну, что-то подсказывает мне по опыту, что такие коллекции, какая вышла в этот раз, вряд ли доживут до распродажи, их раскупят гораздо быстрее. Ну, теперь давайте смотреть по уменьшению. Вот такая вот маленькая баночка за 59 рублей. Артикульный номер. Такая вот малютка. Крышечка, видите, здесь вот прям вот такой, знаете, советский даже, да, рисунок. Часики. Ну, вот в моем детстве были такие игрушки на елке, поэтому почему-то вот умиление вызывает коллекция новогодняя. Такая вот баночка маленькая, ну, под что-то мелкое, под подарушку, либо под хранение чего, либо вполне так симпатичный. Кстати, ну, адекватный ценник, согласитесь, за эти деньги. Вот они в упаковочке, много их. Дальше набор емкостей. Три штучки, 399 рублей. Давайте смотреть. Значит, круглая. Получается вот такая вот объем 0,4 литра. Сейчас каждую отдельно покажу. Потом вот такая вот 0,9 литра. И вот такая вот ромбовидная 1,7 литра. Значит, смотрите, если вот это 0,4, это получается 0,3 либо 0,2. Она почти в два раза меньше. Так, значит, 0,4. Тоже лужёная сталь. Краска, горошки, красненькая крышка. Кстати, вот у этой баночки мне больше понравилось, как крышка снимается, не так плотно. Такая вот 0,9. Вот сколько мы возим Икею, первая новогодняя коллекция, которая у меня вызвала такой вот, ну, не восторг, а умиление именно, что это что-то такое хорошее выпустили. Функциональное, практичное для дома, что это точно пригодится людям, это будет, приживется и будут пользоваться. Они по принципу, а, новая баночка, давайте ее купим, потом не знаем, куда ее деть. Вот такая вот 1,7. Видите, все так хорошо, ровненько прокрашено. Возвращаем на место, не будем портить ни в коем случае экспозицию. Ребята в отделе стараются. Все было ровненько и красиво. Так, ну здесь вот зачесались такие вот баночки для кофе, для чая. Останавливаться на них не буду отдельно. Мы их покажем вам в обзоре новинка. Так, и еще набор вот такой вот.
вот эти три баночки. Давайте сначала покажу вам в упаковке. Теперь давайте каждую смотреть. Еще раз этикеточка. Они все одного размера. Отличаются только цветом и рисунком. Давайте посмотрим, есть ли объем у этих баночек. То, что очень часто спрашивают. Ну, к сожалению, объема нет. Есть только размеры 9 на 9, высота 12. Такая вот баночка. Совушка. Шишки. Пробуем, как она открывается. Замечательно одной рукой. Внутри красивого золотого цвета. Дальше у нас такая ночь. Тоже все легко открылось. И вот такая вот белая новогодняя. Рысь. Ежики. Вот такой наборчик 349 рублей. Так, ну что, друзья мои, по банкам все. А, вижу еще вот этих малышей. Это вот те же баночки Коркин, только в новогодней коллекции. 13 SL это 130 миллилитров. То есть это все то же самое, какие баночки и есть. Малыши, кстати, стоят столько же. А это с сердечками новогодними. Сердечки. Так. О, не могу не остановиться. В Икеевской группе ВКонтакте уже обсуждали эту коллекцию. А РВ, видите, какие интересные. Ну, почему-то такое вот чувство, что ближе, да, к российскому менталитету. То есть вот у мам была такая посуда такого плана. Так, ладно, давайте обратно к Винтеру, потом обсудим это. А дальше, значит, у нас одноразовые стаканчики. Смотрите, даже стаканчики в этом году симпатичные, согласись. Белые с золотом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучек за 69 рублей. Слушайте, ребят, вполне адекватный ценник. Получается, 7 рублей стоит один стаканчик. Если там мероприятие где-то не дома, то оно того стоит. Дальше, значит, тарелки. Тарелки в упаковке не вижу. Вижу только выставочник. 10 штук. 18,5 сантиметров. Ну да, наверное. Так, вот такие вот тарелки. Сейчас найдем артикульный номер. То есть получается одноразовая бумажная посуда вся по 10 штук. Вот 79,69 и большие. Знак солнца. Тоже 10 штук, 26 сантиметров, 129 рублей. И вот артикульный номер. Вот такая вот одноразовая посуда. Ребят, смотрите, какая красота. Пойдем. Вот мое мнение, что это еж. Глазки, нос, лапки. И вот они, как бы, ну, иголочки, да? Тут молочник. Молочник стоит всего 199 рублей. Дальше блюдо, шишечка. Блюдо небольшое, такое декоративное, либо положить что-то небольшое. 199 рублей такое блюдо стоит. Дальше. А, это баночки. Тарелка десертная и миска. Вот эти, мне кажется, доживут до распродажи, хотя могу и заблуждаться. Значит, вот такая вот мисочка, 11 сантиметров. Объем у нее, к сожалению, не указан, но, честно, мисочка небольшая. Как пиалка, что ли. Тарелка красивая. Тарелка необычная. Видите, переход такой цветовой, синий, красивый. Надеюсь, на какую-то из двух камер у нас получится снять, что она неоднородно синяя, а вот такие вот серинки. Дальше. Сервировочная миска с крышкой. Две штуки. Комплект 899 рублей. Вот они в коробочке. То есть, слушайте, тяжелое такое, основательное. То есть, такое можно и подарить. Не надо заморачиваться, во что упаковать. А, кстати, пока до этого не дошла, смотрите, сколько блюд. Блюд много приехало, там тоже. А вот молочников не особо. Так, теперь давайте разбирать баночки. Значит, у нас две банки. Вот эта баночка побольше. Крышка. Слушайте, ну я не знаю, 900 рублей. Напишите в комментариях, как вы считаете, дорого нет 900 рублей за две керамические банки? Честно, мне жалко. Рублей 350, наверное.
Я бы такой ценник за них дала. Да, сделано хорошо, добротно, но то ли пока не вижу применения, куда это можно использовать, с какой целью. Маленькая баночка точно такая же, только меньшего размера. Вот, кстати, вот здесь вот отлично получилось переход по цвету. То есть видно вот эти как бы что неоднородности. И крышечка в виде домика. Так что в повседневном использовании этот набор не вижу. Тарелка десертная без 5-12. Даже не без 5, без 5, без 3 минут. Такая вот тарелка. Обратная сторона. Возвращаем в исходное. 199 рублей. Беру пока тарелку, блюдо. Блюдо Винтер. 32 сантиметра. Ну, оно такое полупрозрачное. Не буду доставать, там оно так далеко стоит. Боюсь просто разбить. И шарики. Так, дальше по тарелкам у нас вот такая вот десертная тарелка с барсучком. Кто обзор сначала, если включил, то там видели, наверное, да? Мы снимали фартук, там в детском фартуке был такой рисунок. 149 рублей такая тарелочка стоит. И большая тарелка. Ну, кстати, напоминает прошлогодние, были подобные. 199 рублей. Получается, по тарелкам у нас все. Вот они тоже, их приехало много, а вот этих прям немножечко. Так, теперь смотрите, мисочка. Вот такая вот, кстати, мисочка интересная за 149 рублей. Сейчас я вам ее покажу. Я ее не вижу на выставке, значит, еще не поставили. А вот она. Вот эта мисочка. Здесь, получается, зайчихи. Одна и та же зайчиха несет торт. Тоже 149 рублей. Хочу вам сравнить ее вот с этой мисочкой за 149 рублей. Это тоже 11 сантиметров. Но они, ребят, разные. То есть видно, да, объем. Ценник одинаковый. Понятно, что все-таки разного исполнения, разный материал. Так, пойдемте дальше. Вот такая вот кружка. Белая с рисунком. 250 миллилитров. Рисунок ромбиками, петелька, вот такой симпатичный новогодний стаканчик. А, вот она красотка, сахарница в виде желудя, 349 рублей, в коробочке, кстати, сахарница, так что если на подарок, тоже можно. Сама сахарница, мне кажется, не только под сахар можно использовать, просто даже как красивую баночку. Ой, смотрите. Даже тут все в таких вот зазубринках, прям вот как настоящий желудь. Сейчас одену. Вот, такая вот красота. Кружка с блюдцем, 399 рублей. Вот здесь одно блюдо только чего стоит. Такое вот блюдо. И вот такая вот очень изящная, красивая кружка. Кстати, удобно, да? И блюдце, и место под вкусняшку. И цвет такой красивый, насыщенный, винный. Достойная чайная пара. Вполне такой хороший ценник. Вот это, я думаю, до распродажи точно не доживет. Смотрите, кстати, сколько их приехало. То есть какие прогнозы, да, по продажам, что сколько продастся этих чашек. Так, салфетки. Каждый год выходит в каждой коллекции новые салфетки. Вот это такая более детская тематика. Ежики, наверное, так будет более правильно. Ежики, барсучки, зайчики. 129 рублей такая салфетка. С обратной стороны она, как обычно, белая. Это салфетка под горячая. И есть еще салфеточка попроще, меньшего размера. Квадратная. Вот такая вот классическая клетка. Так, остальные салфетки под прибор либо новинки. Либо то, что уже было, к нашим обзорам пока не имеет отношения. Так. Поднос. Два подноса. Вот такой вот красный за 199. Кстати, ребят, такой хороший ценник. Такой симпатичненький поднос. Артикульный номер. Здесь у нас
лисички, ну, как будто книжка детских сказок. Так, и вот такой вот тоже железный. 349 рублей такой поднос стоит. Уже большое такое блюдо. Ну, так, кстати, можно гуся, например, положить. Так. Салфетница. Салфетниц две. Вот такое вот сердечко. Винтер сердце красное, 99 рублей. И такая вот звезда белая. Вот такая вот звездочка. Вот такие салфетницы. Давайте покажу. Вот обычная, да, салфетка. 24 на 24. Ну, кстати, по-моему, мелковатая. Вот он, стандартный размер салфеток. Ну да, кстати, нет, 24 на 24. Тут почему-то они немножко разные. Пачка потоньше. Давайте ее тогда. Фантастик. 149 рублей. Кстати, на заметку, ну, дизайнерам, владельцам кафе, смотрите, вы можете убить двух зайцев. То есть стилистика, подходящая под День влюбленных, под 8 марта, под какие-то романтические вечеринки и прочие мероприятия, и заодно Новый год. То есть одну и ту же салфетницу можно использовать в разных целях. Так. И вот такая вот звездочка. Сейчас посмотрим, как в нее умещается 50 салфеток. Слушайте, никак в нее не умещается, она с трудом разбегается. В общем, вот еле-еле. Так, пойдем скатерть смотреть. Знаете, что скатерти точно есть. Так, вот они, скатерти Винтер. Зелененькая. Артикульный номер. Так, сейчас найдем ее в упаковке. Вот по этикетке видно, да, что вот это вот поле, оно идет посередине, а по краям вот эта вот зеленая дорожка. Артикульный номер. 899 рублей такая скатерть. Следом такая же красная клетчатая, как полотенце, кстати. Клетчатый орнамент. Так, давайте состав смотреть, потому что разные по плотности совершенно. Значит, хлопок 100%, а здесь тоже 100% хлопок, но он разный. Вот этот по ощущениям как будто какая-то шерстяная ниточка добавлена. Вот этот мне, кстати, красный скатерть клеточку больше понравилось, более добротно выглядит. Так, это не весь Винтер. Держатели для скатерти. А, вот они, вот так интереснее будет. Слушайте, ну это получается кисти, да, на скатерть? Кому уж совсем хочется? Дорого у богато. 399 рублей. Девчонки, серьги напоминают, на какие сейчас мода. У кого клипс нет, вполне можно. Вот такой комплект, 4 штук, 400 рублей. Ребят, честно, кому понравилось, напишите. Очень мне хочется узнать вообще вот. Люди покупают такое, кто-то вот собирается так украшать, может быть, не на скатерть, потому что на скатерть даже не представляю, сколько надо повесить, чтобы она так смотрелась. Может, на 4 угла? Конечно. Что-то как-то, ну, не знаю, ну, это хотя бы спрятать, да, вот она на углу, вот эта железячка, не знаю. Я не поняла этого. Так, настольная дорожка Винтер, вот такая классическая белая с золотой полосой, размер 140 на 40. Не знала, что еще где-то есть хорошая такая добротная темно-синяя скатерть Винтер. Сейчас мы ее найдем. Так, дорожка вот у нас, она односторонняя. Ну, такой хороший добротный хлопок. Хотя 98% хлопка, 2% полиэстер. Как раз эта ниточка. Так, и вижу вот эту скатерть. Очень напоминает шторы Санелла. Практически такая же ткань. 145 на 240. Темно-синий и киевский хороший бархат. Так, по отделу посуды давайте еще заглянем в стаканы. Может быть, там найдем что-то. А, кстати, мы пропустили салфетки, да? Салфетки Винтер.
Давайте сейчас по ценникам смотреть. Вот они здесь. Пойдем. Так. Значит, вот такие вот маленькие. Какие я вам сейчас показала. Вот эти вот стоят 49 рублей. Здесь у нас 20... Так, салфетки у нас 30 штук. Размер 24 на 24. То есть стандартная салфетка. Рисунок с этой стороны и с обратной. Дальше прямоугольные салфетки. По 99 рублей. Здесь 30 штук. Точно такие же. Тоже 30 штук. Вот такие вот колокольчики. Нет. Да, тут цветочек, шишечки дубовые. 49 рублей. И вот такие вот большие. 79 рублей. Лежит даже подносик. Нет ни цены, ничего у него, но он из новогодней коллекции. Артикульный номер. Размер. Слушайте, хороший поднос, надо узнать цену. Кому цена актуальна, пишите в комментариях, мы как раз узнаем. Нет, не вижу его. Мы все еще в отделе посуды. Стаканы. Стандартный киевский стакан на 30 миллилитров, 30 сл, 300 миллилитров. Такая же зайчиха. Вот, тоже новогодние стаканчики. 499 рублей, комплект из 6 штучек. Рисунок точно такой же, как на кружечках. Объем у них 400 миллилитров. Они в коробочке по 6 штук. То есть все это упаковано. Если на подарки вот эти большие стаканы упакованы, то это маленькие стаканчики упакованы. Так. Вот это у нас что за коробочек такой? Салфетковый коробочек. Возьмем выставочный. Салфетка бумажная, 179 рублей. Слушайте, интересное решение, да? Тут сразу салфетки, и все это в коробке. И вроде как и... Походы. Да, то есть это и какой-то Новый год вне дома, и при этом как вполне как сувенир можно подарить, да? Когда не знаешь вообще, что человеку подарить. К одноразовой посуде вполне в пару. Так. Подсвечник, украшение, три предмета, 499 рублей. Вот они. Артикульный номер. Так, значит, это в упаковке. Вот без выставочника, наверное, никто бы не догадался вообще, что это, да? И почему, кстати, они в посуде, а не в отделе оформления, интересно. Так, давайте смотреть. Сейчас свою камеру положу, не очень удобно. Три шарика, они приделаны, значит, они складываются. Получается, они, да, то есть внутри вот этого уже сложенная бумага. То есть потом они как бы... веером, да, то есть они не одноразовые, такой вот большой шар, средний и маленький. В качестве декора, почему бы и нет. Дальше, вот такие вот свечи, сиреневый, зеленый и синий. Они в открытом виде, свечки не ароматические, красивых насыщенных цветов. Такая вот свечка. Пойдемте дальше искать зимнюю серию. Вот такая вот фейка. Показываем ее со второй камеры в горшке. Вот она. Ну, для тех, я думаю, кто не хочет ставить елку дома, а новогоднюю композицию хочется, еще если таким искусственным снегом слегка прикрашивать, то вполне, я думаю, будет симпатично. Так, ароматические свечки в стакане. Две штуки, 249. Кстати, смотрите, красивая баночка. Когда свечка прогорит, здесь резиновая подкладочка, ее можно использовать. Будет не в виде подсвечника, а в виде какой-то баночки. Это вонючий. А пахнет...
ванилью, корицей. Аромат не указан. Да, кстати, когда свеча прогорит, стеклянную емкость, крышку можно использовать для хранения различных мелочей. Нет, аромат не прописан, но вот ваниль, корица прям, аж в нос бьет. Вот такие две штучки за 249 рублей. Кстати, симпатичный подарок. Вот это все в упаковочке. Так, перемещаемся аккуратно дальше. Такую фейку мы уже снимали. Классические красные свечи, они каждый год появляются. 5 штук, в этом году стоит 399 рублей. Прошлый год, кстати, было дороже. Фонарь. Смотрите, какой красивый, обалденный фонарь. После того, как уже глаза как бы привыкают, да, к Икеевскому, видеть что-то новое очень... Мне нравится, когда много новинок выходит. Так, во-первых, здесь на магните дверка. Удобно. Под маленькую свечку сразу капсулка стоит. Ну, как во всех Икеевских фонарях. Вот здесь перфорация. Открытая задняя стеклянная дверца. Слушайте, достойно. Достойный фонарь за такие деньги, вполне симпатично, да, и хорошо выглядит. И точно такой же есть в белом цвете. Вот такой вот белый винтер. Можно повесить, можно поставить, будет смотреться и так, и так. Так. Дальше путешествуем по свечам. Аромат называется «Яблоки», красный цвет. Красивая жестяная баночка яблочная, 199 рублей. Прям пахнет яблоком. Яблоком и корицей. Опять же, когда прогорит, можно использовать как декоративную баночку. Плотно закрывается крышечка. И продается вот в таком виде. То есть все это еще упаковано. Так, дальше давайте смотреть. Мы вам только что показывали маленькие, вот они, кстати. А есть такая же большая. Большая стоит одна, 199 рублей. Хорошая банка. О, здесь другой аромат. Не корица. Ну, корица с ванилью есть, но что-то такое вот пирожное, что ли, присутствует. Описание есть, но описание аромата, к сожалению, не написали. Так, дальше у нас свечи. Такая вот ароматическая свеча, 349 рублей. Давайте смотреть, что у нас и как. Небольшая свечка. Аж на 3 фитиля. Имбирь. Имбирь, ваниль, больше не чувствую ничего. Но что-то у меня уже после такого количества ванили, в носу все ванильное. Ну, тоже, как, кстати, как шкатулку, да, можно вполне использовать. Такая вот крышка. Так, я видела еще на той стороне свечки. Пойдем посмотрим. А, ну, в принципе, это они же. Так, ну что, друзья мои, нет, ну давайте, наверное, все-таки еще дойдем, посмотрим искусственные растения, может быть, там какие-то елочки уже мелькают, но пока елочек у нас нет. Ну, наверное, все. Новогодние коллекции больше пока не представлены в Икее Нижний Новгород. После 22 октября она появится полностью, будет отдельная выставка. По возможности мы еще снимем. Ждем, как обычно, ваших комментариев, что понравилось, что не понравилось, что хотите увидеть в следующий раз. Обязательно пишите, какие обзоры вам нужны. Не дожидайтесь, пока мы поэтапно дойдем до всех товаров. Всем спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели наш обзор до конца. Всем пока!
И в отделе продуктов есть такая обалденная штука, называется рождественский календарь. Стоит 599 рублей. Но, ребят, смотрите, что сюда входит. Помимо того, что вы платите за все вот эти вкусняшки, то есть они все каждые под определенной ячеечкой, да, то есть ребенок открывает по дням, 23, ну, то есть, ну, смотря сколько дней, да, до Рождества осталось, там, ну, вообще это к Рождеству, конечно, привязано, ну, можно до Нового года. То есть вот вы, допустим, открываете, вот переворачиваем место сюда, открываем вот это окошко, здесь шоколадочка, открываем следующий, здесь гномик. Помимо этого, вы получаете карточку «Семейный обед» в ресторане IKEA, номинал у нее, по-моему, кто-то мне говорил, что 400 рублей. Да, семейный обед как раз 400 рублей стоит. То есть фактически покупаете за 600 рублей календарь, уже 400 рублей картой. Потом скидка 15% при одновременной покупке пресса заварочного и кофе. То есть получается 15% скидка на это. И еще 15% скидка на покупку кружки и печенья. Вот такие вот плюшки к этому календарю прилагаются.